Добрый день, Борис Горохов, отдел одноразовой посуды. Что могу для вас подсказать? Если что, у вас какая-то конкретная потребность или вы просто случайно здесь оказались? У нас потребность купить судочек. Для этого и я и здесь, собственно. Сейчас что-нибудь... Да, спасибо. То есть все очень просто и консультация вообще не нужна? Нет. Очень жаль. Здесь тоже будете что-то брать? Может, здесь окажусь полезен? Вилки с тремя, с четырьмя зубчиками, короткие длинные ложки, штучки, дрючки. Из металла, из стекла. Тетрадь рабочая, лестница пожарная. Борис Горохов, извините, а чего вы так испугались? Я хотел вам подсказать, что-то помочь. Нет, я смотрю, изучаю. Спасибо. Понял. Подбирайте для выпекания формочку. Здесь у нас большие, маленькие. Как вам? Это же горшки цветочные. А, да. Да. Слушайте, я уже несколько продал. Да? Серьезно? Как форма для выпекания? Ну да. Не работаете у нас, нет? Нет, спасибо. Не хоть кто-то объяснил. Борис Горохов, отдел рисования. Чего? Борис Горохов, отдел рисования. Настоящий художник все создает дважды. Один раз в уме, второй раз на холсте. Понял. В ком-то из вас проснулся художник только что? Нет. Нет? Ну, если что, пожалуйста. Хорошо. Добрый день, Борис Горохов. Подбираете всасыватели для влаги. Всякие пуховые изделия хорошо впитывают влагу. Добрый день, Борис Горохов, отдел домашнего уюта. Могу задать один вопрос? Да. О чем вы думаете, когда пользуетесь уборной? Это ни о Наверняка о том, что нет. Слишком холодно нет. Ногам, правильно? Нет, нет. Борис Горохов, отдел туалетной бумаги. Чем могу быть полезен? Мы сами выбираем. На какой случай? Да. Обычный, да? Ну, можете выбирать любую. В принципе, все подходят, все на тот самый случай. Здравствуйте, а вам есть 18? Да. Холодное оружие только для взрослых. Холодное оружие? Да. Стоп, это только... Все, это осторожно. Шампура. Не направляйте. Ну, паспорт у вас есть, да, все нормально? Ну, вас да, на есть. Кассе спросят 100%. Спасибо. Отличный выбор. Это вы в какую комнату? Мне вообще просто какой-нибудь самый дешевый серый нужен. Так, я тут стырил такую же эту. Может, как-то договоримся? Если вам надо, подъедьте, я отрежу. Вот таких. Как раз. Полцены отдаю. Ладно, спасибо. Добрый день, Борис Горохов, отдел клея. Что выбираете? Даете или нюхать? У нас клей, да, я поклею специалист. Все попробовал. Ты тоже поклею специалист. Да, очень хороший клей. На утро, на вечер. На день? Ну, на день нам нельзя, не дают. Ай-яй-яй, клей. С клеем веселей, с клеем. День пройдет быстрее. Борис Горохов. Сумочки. Сумочки. Консультация, сумочки, вместимость. А, подождите, а как же сумка? Сумка. Вы не будете брать? Нет. Ну, пожалуйста, стойте секунду. Вот, божья коровка. Ну, посмотрите, какая прелесть. Может, сыграем? Может, что-нибудь? Нет, спасибо. Мне тут одному скучно. Может, пупсика возьмите? Нет, он... Замечательный, он красивый. Жесткий, он жесткий. Да, чуть-чуть жестковат. Чем могу помочь? Вот такой
Вы выбрали пылесос. Новый пылесос. Ага. Так, секунду. У меня стандартный пылесос. Он дует из наружу. Он не всасывает пыль, он выталкивает. Хороший, да? Хороший. Сегодня обвал цен. Осторожно, цены падают. Отличная скидка, хорошая модель. Как выпивать каждый день и не унывать? Как? Очень просто, смотрите. Берете ящик нашего фирменного пива и пьете сколько захотите каждый вечер. Для вас будет сегодня скидка, держите. Как вас зовут? Андрей. А вас? Александр. Александр? Для вас тоже, может быть? Вы же наверняка живете вместе, да? Осторожно, у нас обвал цен. Сегодня в Ашане по 34 рубля бархатные ручки. Возьмите парочку, а лучше по 4. Берете обвал цен. Осторожно, это недолго, но радикально. Угу. Борис Горохов, может подсказать что-то? Если вы сможете, есть зеркальце настольное? Просто завтра увольняюсь, наверное, сегодня так заморачиваться уже не стану. Ага. Ну ладно, тогда если мы еще. Добрый день, подходите, посмотрите дом, можете сразу взять. Скажите, какой он размер? Одиннадцать? Стоп. Общая площадь 92 метра квадратных. Это дом. То есть люди живут в таких. Мне просто интересно было по габаритам. Да. Приходите с паспортом, в следующий раз сразу оформим дом на вас. Я продаю дом. Хотите попробовать? Мы его привозим, ставим на ваш участок. Ну или просто где-нибудь. А как его где прям вы скажете? Готовы? Вы его привозите? Где-то ставим. Раз, там время прошло, вы примелькались, соседи запомнили. Нам бы лишь бы его куда-то слить, этот дом. То есть он даже здесь незаконно стоит. 4 миллиона. Это очень дорого. Зато это поле из Турилан. Нам уже с руками и ногами все для людей. И никаких там, ну, гарантий, так скажем, есть. Гарантии точно есть. Я не думаю, что кто-то на это согласится. Да? Выглядит, как будто вы, типа, берете вот этот первый взнос, а потом куда-то сливаете. То есть вы думаете, мы не сможем его отбуксировать? Честно, я вообще не представляю, какой это собрались делать. Что это должна быть за машина такая, которая вот это вот... Обычный гигантский какой-то аппарат. Я не видел таких больших машин. Может, хотя бы за консультацию денег оставите? Нет, чего вы? Уже столько всего рассказал. Так, как будто вы просто там чем-то пошли, что-то купили, какой-то... Вы там покупили, сюда пришли и решили продать дом по приколу. Да? Да, так и выглядит. Все так очевидно. Спасибо, Александр. Возвращайтесь, покупайте дом. Удачи продать дом. Борис Горохов, сладкие шоколадки. Извините, мы вас знаем. Вот, блин, а? Все понятно. Уже, да, тяжело. Лайк и подписка, если ролик тебе понравился. А также не забудь нажать на колокольчик, чтобы всегда вовремя узнавать о новых выпусках.